Психологию корпоративных отношений в применении к американской действительности. I belong to the blank generation and I can take it or leave it each time. Well, I belong... Мне приходится очень много времени проводить наедине с компьютером перед экраном. Я думаю, что все люди себя чувствуют одинокими, потому что человек одинок. Я считаю, что одиночество – это вполне нормальное состояние. Каждый должен быть хотя бы немножко одинок, потому что в одиночестве, в общем-то, ты и проявляешься. Если ты не можешь быть сам с собой, то это значит, что ты просто ничего из себя не представляешь. Одиночество – это в некотором смысле хорошо, когда этого не слишком много. Для меня существует такое понятие, как лучший друг. Но что она в себя включает, я не знаю. Я не помню момента, когда я понял, что я могу быть не один или еще что-то. Я помню момент, когда я понял, что я могу быть один. Мне всегда было интересно путешествовать и жить в разных местах. Родина – это там, где тебе хорошо. Родина – это то, что ты знаешь. Но это не значит, что нужно именно там и жить. Вася, сны тебе снятся? Редко. Они мне днем снятся. Нет, сон – это любимое занятие. Я спать очень люблю.
Так, значит, штанишки надо где-то выбрать, да? Все, выберем штанишки. Патриотические штанишки. Как я меняю цвета родины, подарил французский знакомый. Кстати, тоже французские цвета, да? Сегодня не патриотическое настроение. Штанички летние, прогулочные. Вид летний, свежий. Штанички такие. Ну это тоже нас не устраивает. Маловато. Штанички рабочие. На пуговичках. Но вот тут мне сказали, что эти штаны мне совершенно не годятся, не к лицу. Ремень был подарен специально для этих штанов. Штанички Levi's. Что-то как будто топорщится немножко. Штаны праздничные будут сейчас. Штаны это рассчитаны на то, чтобы поднимать настроение. Как бы во дворе еще с гитарой надо таким ходить. Ну что, веселенькие, правда? Эти штаны были просто залиты свечкой вот отсюда. Вот до туда. Взял сковородочку, нагрел и удалил через газетку, соответственно. Какие штанишки? Штанишки капитанские, без головного убора. Я тут на днях себе задницу обжег по трубу. Рано поутру горела труба. Я, соответственно, справив нужду, наклонился и прислонился задницей к этой трубе. И прилип. Книжки серенькие. Сегодня я делал важную встречу, господи. Кремплен, знаете ли. Дольче и Габбана. Залитая, судя по всему, соплями. Соплями. Решил повесить на окно, чтобы проветрить. И выцвело. Как можно покрасить рубашку? Красивое сочетание получается. Может, я в ней пойду на эту важную встречу? В этой курточке в 1968 году ее папа, учась в Сорбонне, бросал камушки в полицию. Делает себя как бы сопричастным. Можно показать рубашку синего цвета. Она на самом деле в России производила впечатление перед этим. Я как-то поплелся в ней на какой-то пати. Изрядно подвыпив, где-то так прикорнул на полу так. И проснулся от того, что на мне сидит какая-то девица. Удовлетворила себя мною, не удовлетворив меня. И бросила там где-то на диванчике. Когда какая-то другая девушка такая меня так поднимает. История повторилась практически копейка в копейку. Слушай, они, по-моему, немножко контрадиктируют этот красный с этим. Сучки. Сучки. Но в моей предыдущей жизни ботинки занимали очень важную роль. До 15-20 пар вообще выходило. Мне казалось, что обувь это какой-то статусный момент в жизни. Да, это чересчур красный. Так я побреюсь. Опа! Брось. Замочили очередного полицейского, блядь, в Бронксе. Блядь, нахуй. Опять мы своих замочили в Афганистане. Но ты не мой. Мы нашли друг друга. Е-е. Заняться делом. Да, надо бы пойти правильный гробик бы подобрать себе. Извини, я опаздываю, у меня. Я две колонки нашел вчера музыкальные. What we gonna do now? Hey guys.
Алло, Вася? Да. А, Юра? Юра? Алло, ничего не слышно. Юра, Юра, а, здорово. Тут контейнер новый выкинули. Так что это самое, подходи. Ни одной нормальной вещи нет. Да, в нашем районе, конечно, хорошего мусора не выбрасывают. Искать хорошие вещи на мусорнике – это дело кропотливое, почти ювелирное. Многие люди посвящают этому годы, жизни посвящают этому. Для того, чтобы найти одну хорошую вещь, вообще, которая прослужит тебе, ну, хотя бы несколько лет. Вообще, надо потратить те же самые несколько лет для того, чтобы найти ее. Здесь скромный домашний мусор. Возможно, эта вещь может мне пригодиться. Если ты стоишь и думаешь, нужна она мне или нет, нужна или нет. Да не, ну что здесь? Пошли пакетики. В парке мусора нет. Не, ну, конечно, что называть мусором? Конечно, воскресенье. Не самый лучший день для охоты. Любимых мест для мусора у меня нет. Равно как любимых дней для мусора нет. Я, кстати, даже не имею представления о том, что вот что конкретно здесь. Подозреваю, что это мусорный ящик. Да? Пустота. Отработано все. Slava is going to Vasily. I wanna meet you, know, so there is not to question if you are. You always telling me such a thinking, okay? So because you know, this is just ridiculous. Ha ha ha, колобок, колобок. You run from one, you run from another one. Now you're running between two of us. Приехав сюда, я решил, что мне необходим костюм. Для этого были выделены специально $1500 на покупку костюма Армани. Костюм был оставлен на хранение вместе с прочими вещами у одних из моих родственников. По возвращении из России мне по телефону сказали этим дрожащим голосом: «Слушай, какое несчастье, знаешь, все твои вещи, говорит, сгнили». Я говорю: «Как это сгнили?» «А вот не знаю, вот он висел в пакете там вот». Все вещи сгнили, извини, пожалуйста. Я говорю: да господи, вообще, как же он мог сгнить вообще? Что там могло сгнить? Ну что, вот так. Sic transit gloria mundi. Это, наверное, русские матросы, которые сейчас... Замолчи. Israelis stand with Americans in the battle against terrorism. Israel should have the right to go kill Yasser Arafat. Stop the charade. That Arafat can help limit terrorism. Американские спецслужбы, они просто трек вообще все, что происходило. А все, что происходит, сам трак, сам и прочее, это поддерживание психоза в обществе, в американском, для того, чтобы оправдывать еще какие-то вещи, которые там на политической сцене были совершены. И что там Василий-то? А тут в октябре месяце был закон принят о том, что жизнь граждан Соединенных Штатов становится достоянием вообще разведывательных служб Соединенных Штатов. And used as a cover for killing thousands of Americans. Президент все само поставил свою подпись под этим законом. Похолодает, а? Сейчас. Василий, приветствую тебя, Юрий на проводе. Ты, наверное, уже выспался, уже и поел. Алло, Юра. Лучше там на политические темы вообще говорить только в узком кругу там своих друзей. Да и то вообще очень... Осторожно, и никак не радикально. Алло, ни хрена не слышно. Алло. Ну чё, прошу к столу.
Вася, что ты снимаешь? Да это коллаж про Диму Паволоцкого. Я хочу показаться нормальным человеком. Смотрели лофт один, 1340. Ты чё, не видел меня таким, что? Да? Ну, посмотрите, посмотрите. Ты готов, чтобы мы тебя разрезали? Не, не пугай меня, слушай, меня действительно не пугает. Я бы лучше начал бы с хорошего бы. Сольная роль толстой балерины, расстроены тем, что она не может танцевать на пуанту. Вы обязательно должны прийти на меня посмотреть. Поворот прямо, бедра прямо. Отлично. 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 Ты мастер. Блин, в пуантах мне придется очень скоро танцевать. Это будет пиздец. Я еду танцевать в Атланту. Ты знаменитый. Hi, Johnny. How are you? I'm okay. I'm okay. No, I'm sure I have it. I just didn't check it. Because, again, I just got home. Like Zorro. So I'm gonna look like Zorro. Sure, I'll be Zorro. I'll be... Такие супер... Такие... Все, everything's gonna be fine. You're gonna like it. Да-да-да-да. Блядь, как она меня... Ну сколько, мистер Дмитрий? How many years have you been doing? 21 год. Как в ловушке. Меня эта карьера не устраивает. Хочу руководить. Хочу быть кукловодом. Димон, поехали! Вам направо, вам налево, вам вперед. А конфеты что хотите? Don't go crazy. Just do what I ask you. Миша, сядь! Let's be serious. Let's be serious. No comments, please. Миша, come back. Да вы наше самое время смеете. Давайте пойдем. Миша, подъем. Ты гони просто первую мелодию. Сердце бьется. Раз, два, раз, два, три, раз. Давай, давай. Да не, на самом деле, чувак артист, ему нужно отключиться. Ну, что, шампанское хорошее советское. Шарам Лёск. А, кстати, а где музыка? Ага. Слушай, уже 12:25, а я до сих пор в одиночестве. Я не знаю, почти не знаком с этой девушкой. Во-первых, она замужем. Уже все веселые, я чувствую. Уже не нужно никакого общества. Это кто пил? This is family. Нас ждет огонь смертельный. И все. Сомнения прочь уходят в ночь. Я понял, что это не друзья, и стал у них рыться в сумках. Ну, естественно. Да, я знаю. Ну и что вы можете сказать нам? Ничего. Ну, окей, начинаем. Значит так. Я думаю, что меня шокирует... Да не знаю даже, что меня шокирует. Меня шокирует, когда я думаю. Я думаю, меня вдохновляет легкое дуновение ветерка. Я думаю, что меня вдохновляют птички.
Я думаю, что меня вдохновляют красивые девушки на разные подвиги. Бываешь, идешь по улице, почувствуешь запах, оглянешься. Свято место пусто не бывает, а душа моя свята. Зовут меня Святослав. Не было физики, ну что, ну ладно, тривиальные вещи типа переход на математику не будем рассматривать. Окей, может, Святославом Рихтером бы был? Может, Святославом Рерихом? Называли бы тебя с детства Святослав, Святослав. Я думаю, что мне было бы приятно заняться чем-нибудь важным и конкретным. Но поскольку я не конкретный, я занимаюсь не конкретным. Когда я думаю, у меня начинаются шоки и передерги. Особенно если глубоко думаю. Что меня шокирует? Абсурд меня шокирует. Некий абсурд меня шокирует иногда. Я думаю. Я очень часто думаю. Как бы разбиться об стенку. Я думаю про лепестки. Потому что весна, я думаю. Я думаю, весна идет. Думаю про колоночки, про полочки думаю. Я думаю про коробочки. Я думаю про рюкзачки. Думаю про стульчики. Я думаю про дурачков на улице. Я думаю про солнышко. Я думаю про Гудзон. Я думаю про еду. Но сначала я думаю, что я покурю. Думаю про еду в деталях с выделением слюны. Думаю, как я буду ее поглощать. Ни с кем не поделюсь, не поделюсь ни с кем. Я думаю про дым. Я думаю про паровоз. Я думаю про лес с шишками и с грибами. Я думаю про солнце. Я думаю про лилипутов. Я думаю про машинки, про танчики и про солдатиков. Думаю про море, думаю про тёлок. Часто думаю про тёлок. Смотрю на телевизор и думаю про тёлок. Думаю про кастрюльки, про шахматы. Про сидишки. Я думаю про кнопочки. Я думаю, я больше не думаю. Ходил за ним по пятам и пытался постичь всю глубину его существования. Нам было трудно. Его слова были лишены всякого содержания. Он был сильно взволнован, резок со съемочной группой. Я не понимаю вообще смысла этого мероприятия. Дима, скажи, пожалуйста, я ебаться люблю. Зачем? Скажи, пожалуйста. Нет, я такое не говорю. Пожалуйста! Не могу. Язык не поворачивается мне такое говорить. Я воспитывался в приличной семье. Безразличие этого мальчугана из хорошей семьи начинало меня раздражать.
Он жил в Америке, в стране неограниченных возможностей. Он должен был стать звездой шоу-бизнеса. Don't go crazy. We're gonna get arrested. Just please, just do what I ask you. If you can't, you can go home. Because you have to work. Музыку надо? Музыку давай. Right and left, right, left. Good. Received a package. Inside he found a brand new American passport with his own name. He was never to be the same person again. He finally made it.
Ты для меня черный ящик. Может быть, он агент, я не знаю. Может быть, он какой-нибудь шпион, резидент. Я знаю, что он пьет водку. Вот, а вот чтобы он ел, я никогда не видел. Мои девушки все любили. Мои экс-гёрлфренд все любили. Ладно, блин. Супермен. Что-то говорит о девушках. Ну, вообще, все в возвышенном. Они как человек, который собирается пойти и собрать букет цветов. Вот так вот. Я не видел, честно говоря, большого успеха у него среди девушек, но потенциал есть. Супермен. А что девушки? Девушки его любят. Рассказал поэзию, обнял, мягко улыбнулся, свернулся калачиком, еще раз рассказал стихотворение. Кто ж такого не полюбит? Любят ли меня девушки? Вот я считаю, что не только девушки, но и мужчины меня любят. Может быть, такой сатанинской любовью любят мужчины. Но любят же. И я их люблю точно так же. Чисто сердечно. Духи не строй! Мальчик очень мог отсюда. Смотри, с кем живу в районе. Потом решил не привязывать себя ни к какому месту жительства. Когда чувствует, что конфликт напряженный, он принимает управляющий. Сколько будто, в общем, соглашается, как бы, а все равно делает, как бы, делает по-своему. Купил я Ленина карманного. И как читал его, читал. Из парня глупого и странного, простым и добрым парнем стал. Без параноика презренного, я тихим стал, что мышь твоя. Когда куплю его толстенного, каким-то парнем буду я. Добрый, покладистый, щедрый. Мы оба получим удовольствие. Когда накурится, может быть немного резким. Да, я постоянно напряжен. Даже я напряжен. Я нервный по структуре своей человек. Поэтому мне нужно все делать энергично. Как гусь, поджарый. У него есть походка, да. Водка такая маленькая, такая нетешачья, такая очень такая спотыкающаяся немножко. Бодро идет. Уходи, я агент 007. Агент 007. Вернулся с покупками, штанишек купил, трусов, носков опять же. Игорь одевается по-молодежному. Одевается он очень скромно. Скромно не режет. Я же сказал, он шпион. Маскируется, да. Как одевать? Хуёво одеваться. Да не, нормально, но я не знаю, что это за стиль. Я его постоянно говорю, причем жизнь. Подбатил барышку. Ну, то, что он носит, вообще не важно. Но главное то, что человек внутри. Делали Игорь мужчину для меня. Ну да, можно сказать так. Да, Игорь Аландова. По параметрам этой стороны, наверное, он еще не достиг своего успеха. Игорь не кино, Игорь. Видео. Я его называю так. Мне нравится его абсолютная витальность. Розовые стаи.
него амбиция очень такая высокая, да. Да, безусловно, Игорь хочет иметь успех. Глубоко копает, как он говорит. Забит у меня стрелка. Со знакомым пареньком. Когда закрылся бар, Игорь меня несколько раз попросил купить ему алкоголя, на что я несколько раз ответил, что Игорь, алкоголь не продается уже. Понимаете, а мы, россияне, никогда не простим. Он может довести дело до конца. Вообще, это большая загадка, Игорь Нургалиев. Je vais et je viens.